Маргарита Колпащикова сохранила за собой пост председателя Общественной палаты Коми. За нее проголосовало большинство членов палаты на первом пленарном заседании 3 ноября. Заместителями председателя избраны Петр Байда, Роман Койдан и неожиданно для всех директор Сыктывкарской женской гимназии Валентина Кулимова. Хотя изначально на пост зама рассматривали кандидатуру политолога Евгения Вологина. Любовь Лапина подробнее. Уже с первых минут понятно, этот состав настроен на активную работу. Во время обсуждения кандидатур замов общественники долго спорят. А кто потянет самую проблемную отрасль – социалку? В итоге с перевесом в один голос побеждает директор женской гимназии Сыктывкара Валентина Кулимова. Еще один неожиданный выбор. Социальную комиссию палаты возглавит молодой активист, директор спортивной школы «Северная Олимпия» Андрей Горбунов. Он сам выступил с такой инициативой, коллеги его поддержали. Сегодня прошло все немножко по-другому, не все, некоторые вопросы по-другому, я рада. Сегодня в палате осталась достаточно серьезная группа таких старейшин, я имею в виду не по возрасту, а тех, кто уже не первый состав работает. Это люди очень опытные, люди очень интересные. И появилась группа молодежи, вот, которая меня достаточно серьезно так вот настраивает немножко на другой режим работы, на другой формат работы. И мне кажется, что они внесут вот в деятельность палаты, ну, наверное, такой очень хороший, совершенно новый какой-то вот поток энергии, поток идей всего. Я очень на это надеюсь. Новым председателем экономической комиссии избрана Елена Жгилева. Взаимодействовать с некоммерческими организациями будет зампредседателя палаты Петр Байда. Телезащитник Алексей Князев возглавит правовую комиссию. А главный редактор газеты «Вера Эском» Игорь Иванов – информационную. Курировать межнациональные отношения станет президент Ассоциации турагентств Коми Мнацакан Никогасян. Экологические вопросы – Александр Попов. Главный редактор газеты «Красное знамя Севера» Дарья Шучалина будет руководить комиссией по гражданскому контролю. Сейчас я должна определиться с планами на следующий год и двигаться вперед. Мне кажется, что нам с вами нужно за период работы этого созыва палаты начать создавать, я бы сказал, общественную инфраструктуру. Потому что не секрет, что в рамках всей республики сегодня не выработана именно инфраструктура взаимодействия там, общества и власти. Нельзя сказать, что везде на территории там, эти процессы сегодня проходят там, одинаково хорошо или там, одинаково гладко, или там, вообще одинаково. По сути, в республике должна появиться целая сеть общественников. Маргарита Колпащикова согласна. Сегодня работа с глубинкой должна стать основной. Уже в скором времени активисты выйдут на главу Коми по вопросам создания общественных советов на местах и наделения палаты правом законодательной инициативы. Любовь Лапина, Владимир Шашко, телеканал Юрган, Сыктывкар.